третий день подряд мы ловим диверсантов, передаем службе безопасности Украины. Каждый диверсант, каждый агент, который работает, у него есть цепочка. Цепочка, которая тянется в результате до Российской Федерации и до этих ихних ФСБ. 10-12 лет, даже если меньше, там и 7-летние есть дети, которые по районам бегают. Вот у нас этот бегают, короче, им через интернет по $10 за один крестик. Потом в результате самолеты, вертолеты ведут огонь по этим местам. Звертаюсь до детей, которые помогают Российской Федерации, рисуют метки, обозначения. Дети, это ваше будущее. Украина ваше будущее. Не идите на поводу у Российской Федерации. И Кавказ вместе с вами, Украина, запомните. Разом мы будем силой. Разом будем бороться против москвичей. Слава Украине!